Боец в синем углу. Firing out of the blue corner. Ему 24 года. Рост 185 сантиметров. Вес 77,6 килограмма. Профессиональный рекорд. 4 победы. Ни одного поражения. Ladies and gentlemen, 24 years old. He stands 185 centimeters tall. Official weight 77.6 kilos. His professional record. 4 victories and no losses. Дамы и господа, из Краснодара, Россия, ведомый Юрием Фатманом, приветствуйте Амасас Мартиноса! Его соперник в красном углу, Файлинг Анонардкона. Бойцу 22 года, рост 187 сантиметров, вес 77,3 килограмма. Профессиональный рекорд точно такой же, как у оппонента. 4 победы без поражений. Ladies and gentlemen, he's 24 years old, standing 187 centimeters tall, official weight 77.3 kilos. His professional record... 4 victories and no losses. Дамы и господа, он из Грозного, Чеченская Республика Россия, Якуб Сулейманов! Рефери Максим Протасов. Максим Протасов начинает свою работу на турнире ACF 162. Полусредняя весовая категория. Два перспективных бойца. Амазас Мартиросян против Якуба Сулейманова. Амазас в синем углу, Якуб в красном. Смотрим. Да, еще максимально идентичные показатели и по возрасту, и рекорды, и размах рук, и рост. Все очень-очень близко. Начинает прессинговать, в том числе при помощи сайд-киков, Якуб Сулейманов. На первых секундах активно работает ногами. Открывает счет, скажем так, в этом поединке своим лоу-киком. Якуб и хлестка обоюдные. И хорошие по удару. Нанесли. Начинает аккуратно пристреливаться Якуб Сулейманов. Попробовал хай-кик, поменял стойку. Да, едва сейчас не задержался Амазас под левый боковой от Якуба. И еще один сайд-кик по бедру. Активно правой ногой работает Якуб Сулейманов. Чуть поувереннее действует в целом Сулейманов, но видно, что Амазас присматривается. Да, и пытается как раз понемногу прибирать инициативу. Попадает справа. Шикарный удар от Амазаспа. С моей стороны показалось, что нет как раз-таки точного попадания. Вот рассечение есть у Мартиросяна. И бросок в борьбу. Первый. Интересно. И заход под бросок не получается. Накатывает там Мартиросян. И что здесь? Тут же поднимается Якуб, накатывает сверху, оказывается, Мартиросян. Гард закрывается, локти снизу. Ой-ой-ой, как сейчас ворвался просто Сулейманов. Всей своей прытью. Накидывает слева уже и Мартиросян. Ну что ж, контроль есть, гард закрыт. И продолжает там течь кровь из-за рассечения Мартиросяна. Это же кровь уже и на лице у Сулейманова. Но пока Якуб не пытается вывести корпус и как-то подняться. Ставит локоть на шею. Увеличивает давление. Уменьшая кислород, который поступает. Ответно хорошо здесь пробивает и Якуб. Полраунда еще. Очень много крови, но это, судя по всему, вся кровь Амазас. Да, причем вот это кровопотери довольно серьезно. И вот как раз к тому, что драться еще долго в первом раунде. Что-то выбрасывает там по корпусу Амазас. Ну, наши катманы, волшебники, конечно, сделают свою работу в перерыве. Команда Лучникова, и здесь опять активизировался Амазас. И гонит публика как раз Мартиросяна вперед. Признаюсь, для меня очень неожиданным был этот перевод. Я полагал, что весь поединок пройдет в стойке. Или инициатива по борьбе будет со стороны Сулеймана. Вот это уже как раз мнение, которое действительно встречалось очень часто. Потому что Сулейманов
здорово борется, но сейчас он довольствуется вот такой позицией. Он находится спиной к настилу уже больше минуты. Более того, вот такие удары сверху рубящие от Мартиросяна набирает. Он еще несколько очков, даже если там было и по защите, эти удары были очень плотными. Хорошие, тяжелые, амплитудные. Продолжает сочиться кровь. В красный цвет раскрашивает полностью сейчас Якуба Сулейманова. Ну и также для проформы еще раз напомню, что гард позиция равнозначная. Да, здесь оцениваются только попытки приемов или хорошенечко попасть по оппоненту. Ух, какой здесь был хаммерфист. Поднимается Сулейманов. Есть у него еще минута. С разножки атака от Якуба. Очень опасные размены. И сейчас не очень ровно стоит. Амазар пропускает и попадает сам. Закачался на мгновение Якуб. Хайкик по защите идет вперед. Амазас Мартиросян. Очень много сил потратили бойцы. А проход от Амазас и хороший спрол. Своевременный от Якуба Сулейманова. Он накрывает сверху шею. Не прибирает. Вот так. Забирает спину. 30 секунд до конца. Посматривает на часы Амазас. Видно, что очень много сил он потратил. Тяжеловато ему. Вот только сейчас разворачивается лицом к оппоненту. Заканчивается первый отрезок, а уже сколько событий произошло. Локоть от Якуба. Еще один. Ну и учитывая вот то рассечение, такую концовку. И также учитывая все удары, которые были от Мартиросяна, успел до гонга еще два раза ударить. Что, ждем продолжения. Итак, в октагоне два соперника с абсолютно одинаковым рекордом. Кто будет победителем? Ответ здесь, в октагоне сей. Второй раунд. Смотрим продолжение. Сулейманов против Мартиросяна. Наметилось определенное преимущество Якуба в концовке первого отрезка. Слева он промахивается. Да, и здорово на опережение действовал Амазас. По корпусу пробил. Еще один хайкик. По-прежнему в правосторонней стойке левши Сулейманов. И здесь все-таки достал до головы соперника. Заряжается слишком Амазас. Немножко поработал под ближнюю ногу. Но опять ищут возможность каждый из них. И да. Есть еще одно попадание. Прям аккуратно выцеливал эту атаку Якуб Сулейманов. И добился желаемого результата. Все в порядке. Максим Протасову не пришлось останавливать встречу. Да, и пока такой работы, опять же, Сулейманов прибирает преимущество. Амазас просчитывает на тяжелый удар. Это видно, чтобы потрясти. И такой одиночного характера. И, похоже, Мартиросян не готов навязывать борьбу, как это было в первом раунде. Стойки левши работает Сулейманов. Отдал Амазас по инициативу. Надолго ли? Еще попытка с дистанции достать. Не в этом ни в другом случае не получилось. А вот здесь было хорошо. Да, через руку правой рукой атакует Якуб Сулейманов. Как раз в ту самую зону, где есть рассечение. Хайкик уже с другой стороны. Да, просит поработать Амазаспа именно на действие сразу же. То есть удар на удар, и пока вот в этом плане немножко выступает Амазасп.
не чувствует вот этого момента. Опять работа правой ногой. Вот Сулейманова еще. Тайский тип. Старается выбрасывать эти удары легко. Сулейманов. И с каждой следующей секундой все увереннее и увереннее Якуб себя ощущает в стойке. Очень опасно. Внутренний лоу-кик. И тут же от Сулейманова левый боковой был. Да, при этом у Якуба нет нацеленности именно на нокаут. Тяжело сейчас выдохнул опять Амазасп. Какой-то план Б необходим Бартиросяну. Бороться он здесь не может. А в стойке все складывается не в его пользу. Еще один удар. Два точных. Просят, да, как вы слышите, может быть, двигаться, не останавливаться, быть активным. Один-два удара и тут же назад. Якуб Сулейманов работает вот в своем темпе. Не взвинчивает ход этой встречи. Еще один хайкик успел там все-таки Амазат подставить руку. Справа атаки проходят чуть лучше. У Якуба Сулейманова и лоу-кик тоже был своевременным. Да, как хороший вышибающий, едва не потерял равновесие. Амазат. Все мимо. И стоит с другой стороны. Да, очень недоволен Юрий Батман. Ну и есть повод для беспокойства, конечно же. Вот сейчас пошел хотя бы вперед Амазас Мардиросян. Он ногами практически не работает в этом отрезке. И ни одной попытки тейкдауна тоже не было. Очень грамотно эти атакующие действия, даже мысли пресекает Якуб Сулейманов. Проверил корпус и здесь хорошо довел вот этот middle kick под печень. Достал ступней все-таки до челюсти. Не очень сильно, без потрясений, но достал. И удар с вращением. Не очень быстрым он получается у Сулейманова. Активно работает корпусом. Мазас Мартиросян. Да, необходимо прям впрыск жидкого азота бойцу из синего угла в первую очередь. Все посторонние лица покидают клетку. Как всегда, остается только трое. Секунданты и тренеры сделали свою работу. В том числе в углу у Якуба Сулейманова. Абдулбек Ибраимов и Мурат Бичуев, конечно же. Да-да-да. Главный тренер клуба «Ахмат». И тренер по ударной технике, да, если ничего не помню? Нет, по вольной борьбе. По вольной борьбе, да. Да, здесь подключился, скажем так, к активным действиям. Амаза, спуты, какой хороший фронт-кик, плотный получается. Наверное, понимая, что многое упущено в этом поединке, сейчас явно пошел вперед. Амаза. Действительно, отступать некуда. Очередной сайд-кик. Причем вот эти удары идут именно в левое бедро Амазаспа. И вообще с левой ногой определенные проблемы уже есть. И лоу-кики туда же прилетали. Красное уже бедро.
Да, видимо, Юрий Батман здесь как раз настаивает на том, чтобы именно с точки зрения заготовок действовал Амазас. Требует тейкдаун от Амазаспа, но он пока возможности для перевода не видит. А вот Мидлкик постарался донести до цели. Сбавил обороты и Сулейман. Очень осторожно он действует. Уверен наверняка в том, что не только второй, но и первый раунд он забрал. Здесь опасно под вертушку можно было попасть. Постреливает джебом вновь Сулейманов. Не так много ударов вообще в этом раунде. Очередное давление со стороны Сулейманова. Попадает, попадает Якуб. Еще по корпусу и еще раз. Отвечает Амазас. Вновь дистанция. Под ближнюю пробил Сулейманов. Смотрите, да, там и икра красная, и бедро красное. С левой ногой определенные проблемы есть. О, Амазас пам. Пытается быть легким на ногах. Якуб Сулейманов. Но со стороны кажется, что очень большой потенциал у Якуба. И он еще вот не то, что не до конца раскрылся, а даже там наполовину, возможно, не раскрылся. И вот тот самый тейкдаун, который требовали секунданты от Амазаса Мартиросяна. Но все-таки совершил перевод за 2 минуты 10 секунд до конца. Очень важно, сколько здесь сможет попасть Амазас Мартиросян по сопернику. Да, и сколько активности будет, пока Якуб набрасывает. Набрасывает удары с правой. Непосредственно возле как раз комментаторской позиции сейчас парни находятся. И здесь с корпуса на голову пытается перевести акцент своих ударов Амазас. Ну вот момент истины, да, наверное, сейчас, в том числе для Мартиросяна. В первую очередь для него. Если у него получится здесь реализовать вот этот эпизод, он станет ключевым. И локти постарался подключить Амазас. На коротке отработать не вышло. Вот такие камервисты снизу от Якуба. Очень здорово работает в положении лежа на конвасе. Якуб Сулейманов производит очень хорошее впечатление. Здесь отталкивается и встает. И здорово, браво, Сулейманов. Как поймал в воздухе оппонента, тут же перевернул. И совершил еще один тейкдаун за минуту до конца боя. Очень важный момент. И с психологической точки зрения, и с тактической в первую очередь. Да, грамотно Сулейманов прочитал этот эпизод. И вот здесь уже будет тяжеловато, конечно, Мартиросяну подниматься. Да, попытается даже сейчас просто докатить этот поединок Якуб Сулейманов. И будет абсолютно прав, чтобы без особого риска, скажем так, все завершить. Полминуты уже меньше. Вновь там рассечение это открылось, и гематома увеличивается у Амазаспа. Но посмотрите, какой цепкий контроль от Сулейманова. Хорошо, амплитудно по корпусу достал. Поглядывал еще на время Якуб. Здесь обоюдно неплохо. Накидывает удар Якуб Сулейманов. Ух ты! Очень размашисто, но не только. Все, бой завершен. И победно поднимает руки Якуб Сулейманов. Да, скорее всего, он выиграл в этом поединке. Но давайте дождемся все-таки судейского решения. Да, очень много вижу сейчас, хочется сказать Юрию Батману, но не время. Не время, все детальные разборы этого поединка будут потом. Ну и Мурат Бичев тоже о чем-то разговаривает с Якубом Сулеймановым. Постепенно матереет этот спортсмен. 22 года всего этому парню.
Да, иногда с такой доброй белой завистью смотришь на этих парней, у которых все впереди еще. И такой возраст, уже такие показатели, такие антропометрические показатели, которые как раз могут выступать очень круто и на серьезном уровне. Было бы самое здорово. Главное, они проходят через поединки довольно сложные, через бои, на которых растешь. Дамы и господа, по завершении трех раундов боя все пятеро судей одинаково оценили поединок 30-27. Ladies and gentlemen, after the end of action, all five judges exactly the same, scoring this contest 30-27. Таким образом, единогласным решением победу одержал Якуб Сулейманов, Грозный, Чеченская Республика. С победой! Трудовая, яркая, хорошая, плотная победа.